Но пришедшая весна, судя по всему, не самым благотворным образом влияет на иркутских водителей. За день произошло несколько довольно жестких аварий. На улице Станиславского машина перевернулась на крышу, а в другой части города вылетела на ограждение. Кто виноват в ДТП, еще выясняется. Подозреваемый уже задержан и возбуждено уголовное дело. Нелегальное крупное производство стеклоомывающей жидкости с метанолом закрыли в Иркутском районе. Цех удалось обнаружить благодаря контрольной закупке, которую сделали правоохранители. Ее провели на одной из автомоек в микрорайоне Первомайском. По результатам химического исследования выяснилось, что в составе стеклоомывайки содержится метиловый спирт, который, как известно, внесен в список опасных для здоровья веществ. Следователи оперативно установили адрес цеха, где разливали ядовитую жидкость. Он располагался в поселке Марково. На месте провели обыски. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 2000 пластиковых 5-литровых бутылок общим объемом свыше 10 тонн со стеклоомывающей жидкостью, приготовленной к реализации, и задержали работников этого цеха.